Здорово, ребята, с вами Регал Channel HD. Мы играем Far Cry. Мы опять же находимся в доме гейлов. Так, давайте, у меня полный боезапас, давайте продадим лишние предметы. И, не знаю, на мой взгляд, можно заняться сегодня чем-нибудь интересным. А интересное, на мой взгляд, это... О, кстати... Смотрите, вот в этом месте... Единственное место. Ой, в этом. В этой локации, короче говоря, единственное неосвобожденное место. Это аэропорт Кирато. Куда мы, собственно, сейчас и направляемся. Только сначала нужно смотреть по изготовлению, что-то у нас тут. Колчан. Ну, колчан, он и в Африке колчан. А давайте-ка переместимся в дом гейлов. Нет, не будем. Ладно, пофиг. Пофиг, так, поедем. Просто я хотел посмотреть. Я хотел посмотреть еще вот эту. Вот это посмотрим еще. Это Ханка Шангрила. Ну ладно, это потом эти наркоманские будни у нас будут потом. Сейчас мы займемся уже непосредственно освобождением аэропорта Кирато. У нас освобождена башня Нур. В ней у нас есть... О, что у нас есть гидрокоптер. Это очень неплохо. Так, ну и тут недалеко, в общем-то, лететь. Аккуратно, выше, 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 выше. У нас как раз еще этот маленький пистолетик, можно вот так вот по людишкам. Ну, смотрите, у нас увеличенный магазин. Коллиматорный прицел. Ну или благодарю. Нет, наверное, благодарю. Прицел. Так, и тут у нас фу. Единственное, что надо поохотиться на зверье, потому что мне нравится очень приманка. Но ее мы можем использовать, как вы сами знаете. Ой-ой-ой, что такое? Что это? Это что такое? Аккуратно. Взлетай. Хватит падать, пожалуйста. Давай хотя бы на гору залетим. Я там дальше сам. Давай, ну что ж ты, барахло. Ой, барахло какое. Давай. Ну пожалуйста, давай, залетай. Так, все, это неэффективный транспорт. О, ужасно, ужасно. Вот так. Ладно, ничего страшного. Сейчас мы это дело с вами подлечим. Мы тут уже, в принципе, недалеко находимся. А буква А, это у нас... У кого миссия? Кто нам эту миссию предлагает? Нет, ну давайте все-таки просмотрим. А, это же миссия Амиты. Тут, тут L, L, буква L, Лонгин. Ну ладно. Мне надо сначала добраться до аэропорта, потом уже... Я думал, на меня напасть, что ли, да ты чё? Ты же не издеваешься надо мной. Такая кроха мне, что может сделать, господи? Испорченная шкура. Ну и лол. Так, вылези отсюда. Иди отсюда, сказал. Аджай, соскучился? Очень. Стопан Тре, а вот. Спасибо, что включили радио «Свободный Кират». Не знаю, слышали вы или нет, но у нас тут завелся маньяк. Готовы? Ждите помощь! Посмотрим, для чего они будут нужны. Все? Это было просто. Вроде ящик, хорошо. Планер, арсенал.
Ну, собственно говоря, давайте доберемся до самого верха, потому что у нас там находится минометный расчет. С помощью этого нам будет не так сложно захватить аэропорт. Я так и не понимаю, на самом деле, когда последний раз здесь был, таким же образом я пытался просмотреть всю карту, весь аэропорт. Я никого здесь не нашел, потому что здесь попросту никого нету. Я не знаю, как его захватить. Вот, я просто лечу. Ну, тут же вообще никого нету. Вот, никого нету. Кого тут? На кого тут нападать? От кого его освобождать? Не понимаю вообще. Вот ни малейшего понятия никакого не имею. Так, ну и что? Вот, пожалуйста, я непосредственно в месте, где находится этот аэропорт. Даже это злополучная точка. Что тут не так? Ничего. Никакой реакции не произошло. Но, как бы да, вы сами видите, ну ничего тут не, особо не поделаешь. Как, хотя я не знаю, может, конечно, посмотреть, что другие люди делали, но я не вижу в этом никакого смысла. О! Как будто чувачков слышал. Вот неужто. Наемник мертв. Но это плохо, что могу сказать. Это плохо. Ладно, пойдемте к этой шерпе, чтобы она не значила. Блин, может быть, там и надо было сразу туда идти, там может быть и задание по освобождению этого аэропорта есть. Пират аэропорт. Иди сюда. Иди сюда. О. Петушар не подъехала. Так, ладно, давайте еще тут немного полутаем, потому что денег у меня уже немного совсем, потому что я их потратил уже все. Надо... О, отлично. Ну это вообще много денег. Прям для меня очень много принесет пользы. Ну давайте посмотрим на это задание шерпа. Ну, только что же было. Что это? Непонятно мне. Да что же делать-то с этим аэропортом? Чуть никого нету. Я пострелял бы хоть кого-нибудь. Вот. Мотолеер. Меня привели вот в эту избу. И, собственно, тут вообще ничего нет. Я не знаю, что тут надо делать. Ребята, сами все видите, тут нету ни хрена. Ладно, соответственно, с аэропортом придется немножко потерпеть. Тогда давайте отправимся, я думаю... Так, нет, нет. Йоги и Реджи тут еще не живут, нет? Да, это все, конечно, интересно. Да, не. А, ну ладно. Пойду выполнять свои любимые квесты. Называется задание Лонгина.
Давай, вылезай, ты чё? Ой, хер. Похоже, там чуть-чуть бум-бум. И вот оно, собственно, задание Лонгина. Аджай, имеющий уши да услышит. Откровение. 13.9. Прикольно. Я готовлюсь к проповеди. Да, впечатляет. И ужаснется мир, и узрит дела Господни, и удивится делам его. А для тебя еще одна заблудшая овца. Найди, проследи и принеси, что найдешь. Компенсация. Ну и что, добраться до места назначения? Ну это абсолютно, абсолютно несложно для нас. Давайте посмотрим. Так, и как же сюда добраться? Угу. Автовождение, нет сигнала. Но мы попрём прямо. Не будем ни на кого смотреть. Вера. Главное, что мы объехали слоника, потому что неприятно было бы, если бы мы с ним столкнулись. Ребята, поехали. Вот там кто-то спереди. Они мне уже не нравятся. Оп. Он что, на реке, что ли, плывет? Я не понял, как я должен за ним следовать? А вон там лодочка есть. Блин, я не понял. Да что ж такое-то? Давай, залезай. Догоняй его, догони, пожалуйста. Нет, 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 ДВП. Никакой пощады. О, господи, ну что за бред? Ложовая игра.
Да ё-моё, быстрее, 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 хап, юка, сюда, давай, 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 чётненько, чётненько, хотя бы двоечку восстановим, давай, отлично. Лечимся, лечимся. И мы абсолютно здоровы. И что бы хотелось подсказать вам. Надо посмотреть тут обстановочку. Что это такое? Закрытый бункер. Ребят, мне это и нравится, и не нравится одновременно, потому что бункер я бы хотел осмотреть. Их инъекции, тут только наркотические инъекции, скорее всего. Да, контрабандизм еле убил его. О, ключ от хранилища. А, вот для чего нам нужно было его обыскать. Ой. И мы достали этот кровавый бриллиант. Ладно, нам достаточно сейчас всех обыскать. И все. Только у нас на встрече, конечно, будут много врагов. Они будут нас явно не ожидать с чем-то хорошим. Скорее всего, нам будет грозить просто оружие. Ладно, мы к этому всегда готовы. И погнали. О, одного нет. Ну ты сначала хоть сюда подойди. Отошел. Что? Вы что, издеваетесь надо мной сейчас? Падать в воду всегда безопасно. Всегда. Спасибо, ребята.
О, нифига вы. Ну ладно. Так, ребята, короче, меня уже поднадоедает. Вот так. До свидания. Просто реально уже бесит, потому что. Это, конечно, на самом деле все здорово. Только, ребята, проблема в том, что почему я должен пешкадралом до туда идти? Ну, а вот лодочка, отлично. Даже водный скутер. Погнали. Так, фастовая перезарядка. Оба. Очень быстро. Какая скорость. Ох, мы набираем такую скорость. Поехали прямо по земле. Отлично. И вот мы тут. Быстро бежим до хаты Лонгина. Все. О, да. Мы смогли. Мы лучше всех просто, ребята. Ну что ж, а на этом я хочу закончить серию. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Пока.